Добрый день, дамы и господа. Сегодня воскресенье, в эфире передача «Что новенького?». Мы находимся на 6-м Брайтоне, в синагоге, которую все прекрасно знают, потому что это очень красивая синагога, гостеприимная синагога. Сегодня мы открываем то, что хотелось долгие-долгие годы. Вот этот купол, который надо мной, посмотрите, это уникальное, это произведение искусства, это творение художников, авторов, строителей. И вот в честь этого сегодня праздник. Ведь, понимаете, праздник купола – это тоже имеет значение. Купол – это то строение, которое собирает только хорошее под собой, только доброе под собой. От него исходят лучи, и если мы стоим под этим куполом, значит, у нас все будет в порядке. Как вам удалось это все сделать, Герш? Нас сюда послал Липовический Рэбе. И он нам дал благословение, чтобы было всегда тепло и светло в вашем доме. И этот свет и теплота распространялось со всеми, с кем вы будете в контакте. Как вы участвуете в жизни своего мужа и в жизни Рэбе? Для меня эта синагога – это часть моей семьи, это мой дом. Я надеюсь, что она становится домом для людей, которые сюда приходят тоже. Мои дети здесь выросли. Они встречались с людьми очень разных, разного воспитания, с разных... С разными понятиями. У них от этого расширилось... Кругозор. И они выросли людьми, которые они сейчас вот поднимают эту синагогу и приводят сюда молодых людей. Понимаете, я считаю, мы видим своими глазами, как растет эта община, и я надеюсь, что она будет расти. Сегодняшний день для нас большой праздник. Большой праздник для, не только для вас. И для нас, для всех большой праздник. И для тех зрителей, которые нас смотрят, большой праздник. И все, конечно, потому что все так говорят, когда глава стоит умно и хорошо, тогда тело правильные движения делает. Правда, Рэбе? Это правда. Но я хочу добавить, извини, пожалуйста, что когда даже маленький пальчик, что-то с ним не то, болит голова. Конечно. Поэтому каждый человек, который сюда заглянул, вот здесь бывает, для нас очень дорог, и он является частью нашей общины, и нам все нужны. И вы нам очень нужны, Спасибо, Рэбе, спасибо, что у тебя такая семья потрясающая. Спасибо, что у тебя такая рядом женщина. Мало того, что красивая, еще и умная. Нельзя столько одной много. Да еще у вас прекрасная мама. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Я хочу вам представить еще одного замечательного, уникального человека. Это Рэбе Айзек. Рэбе, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Представьте вашу спутницу. Это моя дочь младшая, ее зовут Милана. Миланочка, здравствуйте, вы очень красивые. Спасибо большое.
Айзек, вот для чего строят купол? Это же не только просто строительные сооружения, это еще несет за собой что-то. Нет, это традиция. Это традиция, что синагоги, очень много есть, ну немного, но есть синагоги, самые такие величественные. Купол придает духовность. Человек, который сидит снизу и смотрит на купол, он понимает, насколько он мал перед Всевышним, насколько он ничтожен перед тем, что он видит сверху. Он, каждый купол тянет, он как будто вот вверх, ввысь, совершенно вверх, к душе. Да. Я вам могу сказать маленькую историю про этот купол. Да, я с удовольствием послушаю. В этой синагоге был пожар до того, как мы сюда еще пришли. Это было в 70-е годы, может быть, начало 80-х. Был такой пожар, что прогорел пол и был виден первый этаж. И этот купол пострадал в какой-то степени. То есть повело это стекло, это сам, но оно стояло, оно держалось. До поры сам, до времени. До поры до времени. И вот один раз, я не могу сказать, что в один прекрасный день, это был день 9 ава, самый трагический день в истории еврейского народа. Мы молились с утра здесь в синагоге. И вечером мы спустились вниз, было немножко меньше людей, мы спустились вниз, молились там. И мы, молясь там, услышали грохот. Мы побежали наверх, и мы увидели, что упала одна секция, кусок стекла. А это закаленное стекло со свинцом. И оно упало на кресло, на котором я должен был сидеть. И оно разрубило этот подлокотник напрочь, понимаете? И мы поняли, что это нам знак. О, точно. Мы на завтра собрали людей и сняли все стекла сверху. Прошло время. Я взял и изготовил эту ручку своими руками, которая этот подлокотник. Да. И я его загрунтовал и так покрасил, а потом решил, что я закрашу его таким же цветом, как все кресло. А потом я подумал, нет, я оставлю вот в таком виде, чтобы это был знак. И чтобы все помнили. Да, чтобы все помнили. Знак, да, Бог всегда да. подойдет. И чтобы все помнили, что есть око, да, которое непрестанно следит за нами, и чтобы мы соизмеряли свои поступки, исходя из этого. Вот такая история. Скажите, пожалуйста, а чем ваша дочь занимается? Пусть она скажет сама. Я только знаю, что мы как родители. Она закончила Pace University. Она была специалистом по Information System, Management Information System. А дальше она вам расскажет. Хорошо. Я спрошу эту красивую женщину. У вас святой отец. Святой. Влиял ли ваш отец на выбор вашей профессии? Моему отцу было очень важно, чтобы у нас была профессия. Выбор был за нами, но очень было важно, чтобы мы получили образование. Мы, и я, и сестра обе закончили здесь, в колледже. Но папа влиял больше на нашу духовную жизнь. Профессия – это как бы обязательно, но говорилось больше о духовной жизни. Она закончила еще? Я закончила здесь, нет, да. Она училась год. А, сама? Год. Я пошла здесь в public school сначала, в Линкольн. Потом папа настойчиво продолжал искать ешиву. Последние 2 года я была в ешиве, потом я была год в Израиле, а потом 4 года здесь, в университете. Потрясающе. Вы довольны своими детьми? Я доволен своими детьми. Их сколько? У меня 2 детей и 7 внуков. 2 дочки? 2 дочки. И они вам подарили мальчиков? Значит, у Миланы 2 мальчика, 2 девочки. У старшей, да, 4. У старшей дочки 3 девочки. Я думаю, что это еще не предел. Я говорю пока. Я всегда говорю пока. Я вам желаю хорошего праздника. И пусть этот купол светит вам всегда солнцем, счастьем и благовением. Я хочу, чтобы наша синагога становилась с каждым днем красивее и красивее. Чтобы здесь появлялась молодежь, чтобы наша синагога процветала, так как того она заслуживает. Я еще раз хочу сказать вам большое спасибо. И я очень надеюсь, что наши встречи станут регулярными и только по хорошим поводам. Человек, который достаточно славен. Достаточно скромно, чтобы знать, что надо в синагогу, а не то, что можно показать в синагогу. Его просто серьезным работам не запускают. Говорить, как строить, я не умею.
Я попал сюда. Я даже честно говорю, я не знаю, как это объяснить. Это говорят, когда вот молодые полюбили друг друга, просто клыкнуло. Вот я за них, что они здесь есть, что клыкнуло, и действительно процветание. Спасибо вам за все. Действительно появилось место, где я с большим удовольствием сюда возвращаюсь каждый раз, когда это нужно. Искали мы скромных спонсоров. Это Юрий Зайонс. Юра, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Для меня эта синагога стала вторым домом. И я знаю точно, что то, что мы помогаем этой синагоге, это точно идет на правильные нужды. И мы делаем себе этим приятно. И вот сегодня демонстрация. Да, и сегодня нам действительно очень приятно. Какая красота, Юр, вы обратили внимание? Да, конечно, я обратил внимание. Вы первый раз, я сегодня первый раз. Я сегодня тоже специально не приходил раньше, чтобы увидеть сегодня именно первый раз. Пришло очень много моих гостей, очень много моих друзей, которые тоже участвовали довольны в этом. Этим безусловно, видом. Довольны. И это нас сподвигает продолжать заниматься благотворительностью. И мы постараемся сделать все для того, чтобы наша синагога стала лучшей синагогой в Нью-Йорке. И чтобы ее внешний облик соответствовал ее внутреннему духовному облику. Этих людей, которые сюда приходят. Вы сюда ходите сами, с семьей? Да, я сегодня пришел сюда со всей семьей. Я стараюсь приходить сейчас со всей семьей сюда. Как часто вы все посещаете синагогу? Вы знаете, я не могу сказать, что я очень часто посещаю синагогу. Но в любом случае этот процесс идет по нарастанию. На увеличение. Меня это самого иногда пугает даже, но... Не-не-не, приходите чаще. Да. Это очень духовно много дает. Безусловно, то, что это много дает духовно, я с вами полностью согласен, потому что, вы знаете, как общаясь с этими людьми, с этой семьей Окуневых, чувствуешь себя, ощущаешь себя гораздо лучше. Семья потрясающая. Семья действительно потрясающая. И вот... Они действительно делают каждого человека, кто с ними общается, лучше. У них навсегда есть на все ответ. К ним можно прийти в радость, в беду, посоветоваться, порадоваться. Просто действительно ощущаешь себя в кругу настоящих друзей. Спасибо большое. Пожалуйста. Золотые слова сказали. Я хочу сказать нашим телезрителям, приходите в горе и в радости. Во всяком случае, вы всегда найдете ответ, почему у вас в душе так. Вам объяснят. Рядом с...